пришла посылка. Запчасти на камеру, которую я снимаю. Это у нас вот такая вот прибуда оригинальная. Это у нас переходник для микрофона. У меня он есть, но у меня он, сейчас покажу какой. Вот такой провод, я его вставляю, и микрофон получается у меня, точнее не микрофон, а вот эта вот штука, передатчик, приемник, болтается вот так вот на нем и разбалтывается гнездо в камере, как это было у меня со старой камерой. Там у меня был другой переходник, не USB, а вот такой тоже разбалтывался. Вот заказал себе вот такую вот штуку. Это у нас вставляется в камеру. И уже в нее вставляется вот эта штука. Только не с USB, а уже вот с такой. С таким штекером. Вставляется надежно, захлопывается и уже не дребезжит ничего. Можно использовать микрофон поудобнее будет. Вот. Что там еще у нас в комплекте? Что-то есть. Такая штука. Сейчас мы, кстати, протестируем. Просто у меня старая камера записывала с двух микрофонов звук в отдельной дорожке. И можно было, допустим, микрофон мой, либо Настин, заглушить, убрать. Оставить только мой, либо оставить только Настин. Если там где-то шум, или я отошел от Насти. Сейчас вот с этим разъемом так сделать не, это самое, нельзя. В прошлой камере моей так сделать было можно. Сейчас посмотрим, можно ли будет сделать вот с этим разъемом так. Вот моя старая камера. Кстати, вот она, да. Сегодня меня ее заказали. Она у нас отправляется в Тверь, где я вчера был. Вот она. Такая камера. Надо сейчас будет ее зарядить и отправить. Уходит она, по-моему, за 15, по-моему, тысяч, если не ошибаюсь. Эта камера. Вот. Так, сейчас попробуем эту штуку вставить. Так, переходник я вставил. Сейчас попробуем, как это будет работать. Так же, как на старой камере, или как-то иначе, как у меня и было. Вот мой старый шнурок от старой камеры. Вот это мы запихиваем сюда, вот это мы в камеру. Так, микрофон появился. Сейчас попробуем. Вот у нас, допустим, будет левый микрофон. Это будет правый микрофон. Так, а сейчас мы, допустим, заглушим левый микрофон. Поговорим немножко. И теперь мы заглушим правый микрофон. Поговорим немножко. Посмотрим, как это будет работать. Сегодня на улице у нас холодно, да. Это снимать было нельзя. Нельзя снимать? Мы еле зонтик его нашли там. А что он? Чужой шкафчик повесили, одежду не покрыли. Искали минут 10 точно. Скажи, я не буду. Я уже думала всем с концами зонтик. Я снимать не буду. Как в садике или дела? Первый день? Нет. Новых девочек видел? Нет. Не видел? Старые девочки. Все видел. Мне про Лизу что-то говорила. Говорю, старые. Все старые? Лиза-то новая же. Нет. А Лиза раньше была? Нет. Кто? Нет. А Лиза раньше была, Лёх? Все гугайте, говорю. Лиза и Алина новая. Все гугайте, говорю, мама. Кто там гугается?
Все, ругайте, не буду с ней грузить. Пойду я тогда отправлю камеру, скажу пока. Ладно? Я говорю, где говорю. Посылка. Я уже кто-то собирался прийти. Я же тебе писал сегодня. Заказали. Сегодня писал? Да. Может, ты проглядела? Может, у меня не обновилось? Да, я там тебе много писал. Ты ответ от меня ответил, не привет. Не видела такого. Я уже сам позаботился здесь. Вот, переходник-то. В смысле? Ну, получил. Когда? Сейчас. Как мне писал? Что я ничего не писал. Днем я тебе писал. Я не купил, Лех, я по ссылке получил. Ты здесь, Настя? Угу. Хочешь, расскажу, как я отправил камеру сейчас? Угу. Потому что она у меня никуда не отправилась. Захожу в Озон, в Яндекс вот это отправлять. Там человек получает посылки. Говорит, да, я их получаю. Она начинает звонить, это самое, кто там работает. Коллеги спрашивать, а как оплатить? Как это, как то? Проходит 5 минут. Звонит по видеосвязи. Телефоном тычет. Она ей все показывает. Проходит еще 5 минут. Давай откроем. Проходит еще 5 минут. Ага. В итоге все оплачивается. Она говорит, у меня там Амазон уже целое это самое. Много там людей мне говорит, вы сильно торопитесь? Я говорю, да. Она говорит, ну давайте я сначала тогда Озон обслужу. А вы пока подождите. В итоге я иду в Озон получать посылки. Вот эти вот. С этой, с моей камерой. Там... Раз, два, три, четыре, пять человек передо мной. Я всех, конечно же, пропускаю, потому что я пришел. Проходит еще 10 минут. И получаю я вот эти посылки. И иду опять в Яндекс. С другой стороны. Она говорит, а паспорт вы взяли? Я говорю, нет, не взял. Она говорит, идите на это самое. И все. На этом. Ушел я вот ничем. Я там простоял полчаса. В чем здесь Яндекс? Там уж через Яндекс заказали с Авито. Представляешь? Как так вообще возможно, я не знаю. Стоять там, потом там стоять, в итоге иди домой, говорит. Я говорю, давайте я вам покажу госуслуги. Она говорит, нет, нельзя, госуслуги это не положено. Это для Лёхина планшета возьмём, я заказал. Почему у них вообще один сотрудник на два разных пункта? Я вот не знаю, почему у них один сотрудник, и причём это самое, новичок, который не соображает вообще, что делать надо. Звонит и вот так вот. А вот это вот мне, это самое, нажимать или не нажимать, подскажите мне. Насколько я знаю, госуслуги... Такой же документ, как и паспорт. А у нее ведь это самое. Нет. Не такой документ. Пойду опять. Мне как-то говорили, что там моей фотки нет, мало ли чьи-то госуслуги. Уже. Почему? Накопилось в Яндексе. Там же раньше были разные. Что, работать некому совсем. Не знаю, что там они. Взяла бы эту новенькую куда-нибудь в один пункт, а те, которые там были в Озоне. Я еще хотел, когда уходил, сказать, чтобы ты мне поесть разогрела. Уже все остыло бы. Не зря я не грела тебя. Пойду. Так, купили вот такой. Что он какой-то маленький. Что-то как-то. Пол-литра написано. Пол-литра? Полоскатель для посудомоек. Тут мне что-то не нравится. Че? Вначале был нормально, сейчас что-то вообще. Возьми ключи другие. Мы скоро домой не зайдем. Все, там зайдем мы. Еле открывается. Пошел я.
пытаться. Не взял, я пришел только. Ты слышишь меня? Угу. Захожу к ней. Там на удивление никого нету. Сканирует QR-код, уходит в вазон опять этих обслуживать. Там опять человек 3, наверное. Я жду, стою минут 10. Приходит ко мне, говорит: увы, Сергей, не сканируется у меня, ничего не могу поделать. Я говорю: вы что-то не так делаете, вы тут новенькая. Говорю: давайте звоните своей этой коллеге, и все у вас это самое срастется наконец-таки. Звонит, в итоге все получилось. Представляешь, она хотела меня отправить второй раз домой, чтобы я что, пришел домой и все, что ли? Я не знаю, с этим Озоном, Яндексом, как там у них все криво там сделано. Один этот самый продавец. Все, камеру я отправил, как говорим, пополам. Спогрел есть-то? Что там на сегодня? Мясо. Ага, покажешь? Какой-то митяй заказал. Блогер, наверное. С чем? Гречка. Угу, давай. Так, сейчас нам нужно будет подкачаться. Цветы на балкон. Сейчас будем ставить, таскать. Вот они в теплице, бархатцы. 6. Ничего себе, там что летает. Вот это что такое? Ничего себе, она большая. Где она? Как воробей размером. Где она? О, ничего себе, какая штука. Шершень, что ли, какой-то. О, какая. Размером с мизинец. Так, цветы. Бархатцы сейчас будем на балкон ставить. Вот эти 6 горшков сейчас буду таскать. Ходили, все уже заросло. Грязно, не трогай. И липина стала больше. Комары летят. Не надо. Смотри.
Ты говорил, нет, говори. Давай, что было там? Подожди, за папой пойду, пока не открываю. Чё он там? А? Чё он там? Не знаю. Вот, Лёх, по глине ходи. Помнишь, тут мы ходили? Больно? Вот, смотри, тут как мягко. Помнишь, мы здесь с тобой ходили? Не будешь? Чё? Я ищу цветочки розы тут. Писать, Лёх. Не вовремя. Давай сейчас будем писать. Па, где ты водичка? Чё водичка? Водички нет. Нету? Это его иска там. Иска пил. Это ещё разъём. Вдвоём я буду сидеть вдвоём. Это папа называет. Кидай сюда. Сюда. Угу. Вот так, что дождь подкапывает? Угу. Это где наряд, мама? Чего? Где это кида наряд, мама? Здесь назад нет, здесь надо вот этим назад делать. Потом на педаль нажимать и поедешь туда назад. Да вот. Вот это кида и назад. Угу. Это назад. Угу. Не сидел в суже, что ли? Что там, живых много? Пописать давай, пописать. Кстати, это, народ, а где видео за 15 косарей, которое Олег должен сказать? Никто еще вчера его не посмотрел. А-а-а. Так очень интересно посмотреть сейчас со стороны. Что они все спят? Ну давай пописаем-то. Вот сюда да пописаем. Иди сюда пописаем. Вот в яму давай пописаем. Вот тут басю я. Да, давай писать. Басю. И там был. Это период по и назад я вот басю. Ага. Ага. Когда ты будешь разгрязь, начинай погоду гнять. Тогда ты и поедешь, не боюсь красить. Старый дед. Стоп! Погоди. Я не пойду за тобой. Иди, обой на машину. Ну, все, стоять. Все, иди, тебе машину. Почему это? Я буду это. Я не иду никуда, я стою. Лёша. Командир. Я тут, Лёх. Ну какие цветы, смотри, нарвал папа. Красивые? Нет. Красивые. Красивые. Белых нету. Цветы не дам. Лёша. Что он-то построил тут? М? Построил он тебя? Нет. Чтоб ты шел на место, на машину. Нет, я буду в машину залить. Помогай цветы, Лёха, рвать папе. Не надо. Он один-то рвёт. Угу. Нашел?
Ну хоть что-то, развлечение тебе. Лягушка, пап. Упрыгала? Ну все, да? А, вон она залезла, да. Баба. Я видел, да. Залезла туда. Вот еще одна тут лягушка, Лех. Вон, папа, прыгал, вот она. Домой. Не, домой не будем брать. Я тоже хочу. Куда она хочет? Давай. Угу. Ну, я видела, да. Ну все, она уже бежала. Я буду так сиди, кто тебе мешает? Не давай, не буду. Всё. Не, ну я не буду так грузить. Всё, не буду. Ну ладно. Я разговаривать не буду. Не говори уже с тобой. Не, где баба? Там. Не, я тебе говорить не буду. Разрешаю закрывать бак. Это говорю, нет, сейчас пусть еще будет. Что и сдувайте у меня. Что мне сдувается, Леш? Сдувает. Ой, давай вылет ее устроить. Не трогай, они только грязные. Хоть бубнить как дед. Сейчас как... А, ты будешь дурить, я не буду стоять. Как старый дед ходишь. Сейчас, того и дед буду ходить. Ты будешь ходить белым. Белым себя убью. Давай, поехали, Лёх, садись. Что я говорю, нет. Встать сюда. Я говорю, иди сюда. Как будешь садиться, спрашиваю тебя. И сказал, откуда вас садить, я не буду. Сейчас цветы все помнут. Иди на место, садись. Я щиты не дам. Немножко отъехали. Ну иди сиди. От того места. Только это... там вылезай сначала, чтоб не пачкать ботинками. Вылезай. Ну я надоела здесь возьму. Давай. Мы хотели пофоткаться на поле, а тут что-то мало. Вон там. Вон, где стул лопнул, вон, видишь там. Ну, что-то мало. Ну а где ты еще? Тут больше нет. Ну я надоела здесь возьму я. Что тебе надоело-то, Лех? Там около этой будки. Прямо около нее много было. Все. Ну больше нету здесь. Я что есть? Не надоело, что будешь рвать-то? А? Рвать-то будешь? Кого? Лепин. Ты ж рвешь. Ну ты теперь. Мне надоело, сколько рвать. Нет. Что мы с тобой будем делать, пока мама рвет? Ну не буду этого делать. Ну и нет никакого слова. Пойдем вон там посмотрим, что там. Не, не пойду,
Белое пойдем поищем, Люпин, Лев. Будешь белую искать? Ну как хочешь. Иди сюда. Лёха, у тебя грязные резиновые. Он там все уже загадил. Будешь садиться? Ты говорил, главное садиться. Ну все, иди тогда гуляй. Пойдем, Лёха, сюда искать. Пойдем уже домой. Иди садись. Грязь. Будешь отковыривать грязь? Нет, я с тобой не завещаю. Вот так, смотри. Не завещаю, сейчас поедем, Лёш. Ты ехать или не ехать? Что делать? Желаем вам приятного пути. Мозги у вас уже. Пойдёте, Сань, я закручу еще. Стоял. Вот там ты стоял. Это лошадь, что ли?
босиком, что ли, пойдешь? А? Сказал, ботинки не буду делать. Босиком пойдешь? Нет, босиком не пойду. Ну а что тогда? Носки будут грязные. Ну а я-то что? Вот столько цветов. Всяких разных. Бабушке поесть хватит. Что? Так. Что-то у нас с углом обзора не то. Секундочку. Так, мы сегодня идем сейчас на пикник. Вот мы с собой взяли вот такой сэндвич. На костре пожарим. И Лёха у нас такие штуки любит. Уже на костре пожарим. Будем какие-то брать тарелки, не знаю, или что, или в этих, да? Прям. В этих, а вилки тоже не надо, да, ничего? Да, руками пойдем. Кетчупа тоже не надо, да? Я могу это просто. Так, надо попить, я ему не купил, возьмем ему наш чай, ладно? Я. Взяла? А хватит нам одного-то? Или ты два взяла? Ну, это ну, там чуть-чуть. Ага. Так, едем на рыбалку и на пикник. Расположим. Так, все, оделся. Ну-ка, подними планшет, мне застегнуть. Подожди, сейчас я выкину эти. Сейчас только поедем на рыбалку. Рыбкой, да будем рыбку ловить. Помнишь, ловил эту рыбку? Так, мы приехали. Приехали на то же место, что и в прошлый раз, но немного правее, точнее левее, по берегу. Наверное, комаров будет сейчас. Ну посиди пока. Дрова вроде есть. Хоть что-то. Ну залезу. Грибы что ли? А, это бумажка. Так. Ну грибы уже должны быть. Приехал? Да, молодец. Угу. Угу. Грибов не видно. Да? Поблизости. Сто комаров в море. Угу. Я в туалет тоже иду. Стой там пока. А. Снимаю. Ну, Леш, нету их что-то. Баю нет яков. Я что-то не нашла. Папа. Копается тяжело тоже. Папа. Давай тогда насажу. Давай. Я тебя накопаю. О, на кирпичик поставим вот это. Тогда насаживай на эти. Я сейчас накопаю.
Так, а где у нас эти штуки? А это что это? Регистратор. Регистратор? Видеорегистратор. Видео? Угу. Там не надо, там таблетки. А это что это? Там таблетки, не надо доставать. А то потеряются. Просыпятся и потеряются. Вот как это дойдя. Суховатая земля тут. Попить сейчас дам. Где-то, может, тут покопать. Да, сейчас дам. Да-да. Ой, господи. На, Лёш. Лёш, на попить. Это будку бросил. Кто ты бросил? Червяк найден. Не знаю, куда его деть. Кого? Ну, чтобы он не потерялся пока, червяк. И я не знаю, пускай здесь лежит. Ну, сюда лучше. Он здесь сейчас сползет. Тут он хотя бы... Может быть, и лучше. Так. Где же моя горелка-то? Чего, Леш? Давай, что нам делать? Похоже. Да, сейчас. Да, это же ужасно. Подожди. Вот на костре это. Подогреем? Да, мама. Они же еще заморожены. Они еще не готовы. Они не готовы. Их надо погреть. Не, мама, давай я матой буду помогать. На костре погреть. Давай тоже хочу. Подожди. Ту, блин. Комары вообще. Я тоже так хочу. Надо легкую кофточку одевать. Комары сейчас его зажрут. Сейчас, Лех. Что я не могу найти мою горелку? На, где Леш. Она вообще? Дай пока я кую. Дай ее засуну. Мои. А, вот она здесь. Да. Полетает, кидаешь. Она все лягует. Кто нарушил? Комар? А. Что, бензин? А, молодец. Надо ножик доставать. Давай уезжай, па, я буду накладывать. Ой, что-то. Вот так вот надо. Огонь. Огонек, да. Сейчас, подожди, надо закалиться. Ой, воняй, воняй, я тебе. По две давай, главное, чтоб не вывалилось. Так, тебе надо добавить сюда. Подожди, Лёха. Папа, Лёху надо. Аккуратно, да. Ну все потухло, да, у нас с тобой, Лёх? Ну ничего, сейчас мы подождем. А, я хочу палку взять, да. Сейчас. Что не замечается, пап? Да ты, мам, она не замечается, пап. Я сделаю еще, баба. Сейчас. Я мало сделала. Сейчас. Сейчас Вика. Лёш. Принеси мне вот эту решетку, что ты кинул.
Лёх, подойди пока. Угу. Давай. Вот так вот. Всё. Одна не влезла. Ну, как-нибудь, не знаю. Как не застегнется. Давай попробуй, я не думаю, что возьми. А пока зима возьми. Ваня, пока зима возьми. Ну, мороженое, да, сейчас костер сгорится. Одна не лезет, не знаю. Дождик подкапывает. Что тут вообще творится? Как тут? О. Ой, мать, это его. Ага. Мама. Да-да. Это дикий огонь. Да. Ой, это дикий огонь. Ага. Дикий огонь это называется, что он лает. И зима и возле, потому что это вообще, это пламя, это... Это потому что огонь это... Этот огонь, надо не называть огонь, да. Это дикий огонь. Так, да. Пошел у нас дождь на улице. О, как тут по надо, я не помню уже. Что? Ой, Настя, я не занят, видишь? Я не могу все делать. Я занят, я не могу все делать, это все лето, мама. Подойди, ты сейчас делай. Леха дело говорит. Я вроде разобралась. Ну ладно. Я уж не помню просто, как это все делается. Так, одна, наверное, готова. Па, это дикий огонь, наверное. Бегает дикий огонь, баба. Угу. Что я сделал? Одну, да, вторую. Говорила, что? Мелочь? Блин, заглотила. Вот это. Ты его не можешь вытащить? Не знаю. Да. Ты его кушаешь? Ну, это вот. Теплые, вот эти. Как ее вытащить-то? Да? Ты должен туда, что ли? Тьфу. Она вот здесь. Как вытащить? Смотри, Маша, пока ее вот. Разделишь. Пока греется. Ой, еле вытащил. Отдай червяка. Блин, комары вообще. Я три. О, я три. Ой, тут не сломалось. Масима. Фу. А ты можешь ее потрогать? Не, не. А, не кусаете. Давай. Наел что? Да. Даешь, конечно. Так, вот наши бутерброды за 100 рублей. Что за мелочь? Мелочь? Не знаю.
На кильку похож. Мелочь самая голодная. Подожди, это карась, что ли? Какой? Это же не карась. А кто это? На кильку похоже, я тебе говорю. Кто это? Ну, тут на что похоже, тут такие не должны водиться. Может, такой ротан странный? Нет, это не ротан. А кто это? Ну, это, как бы тебе... В прудах же только караси да ротаны. Густера, что ли, но тут, в принципе, не должна быть. Ну, я говорю, ротаны и эти только. А это кто, непонятно. На кильку похоже, один в один. Ну, густера, наверное. Откуда она тут взялась? Густерка. Так, да, готово наши бутерброды. А нет, это еще не готово. Ой, пакет ой. Рваный. Открылся. Ну. Они тут все провалятся. Ну, она отличается от них. Блестящая такая. Молодец, только не наступай на удочку, Лёх, не прыгай. Лёша, блин, тянешь. Что? Я там рыбку поймала, другую. Какую? Пойдем посмотрим, какую мам поймала рыбку-то. Вот там, бери пакет. Так там дырка прям в середине. Смотри, чтоб не вылились. Вот у меня вывалилось, я сейчас взяла пакет. Ой, что вывалилось с ним делать? А? Ах ты, паразит. Чё? Никак поймать не могу, сорвалась. О! Это у нас кто? Ротан. Вот, уже я тебя снял, видишь? Снялся. Не благодари. Он сам снялся. Лёша. Еще рыбка с моей мамой поймала. Она здесь что-то... Что? Я чем она? Что он делает? Ой. Тут вообще огрызок остался. Сейчас тебе накопаю еще одного. Там еще половина есть. А, да? Ну, тогда не буду. Я даже не разобрала. Как она? Давай. Как она крутится-то? Сейчас соберу. А что, в общем, дождь посильнее. Здесь собираемся, в общем. Дождь пошел не вовремя. Мы поехали домой. Аист налетел.
Несем улов домой. Килограмм мальков. Да, Лёх? Да. Где кайки, Лёх? Ага. 3%? А, ну берем. Рыбу. Это мои три, мама. Подожди, дай я